Привет, друзья! Это очередные полезные стрелковые советы. Как думаете, что это? Это ружье 12 калибра Сайга, но без прицела. Потому что прицел на нем сломался. Такие прицелы, как, например, Сайтмарк, долго не живут. И место им, честно говоря, в помойке. Главное их стрелковое достоинство – это дешевизна. Они долго не живут, но стоят очень мало. Люди покупают их, думая, что вот сейчас постреляют, а потом перейдут на какой-то другой прицел. Так вот, я вам рекомендую. Сразу переходите на какой-то другой хороший прицел. Потратьте деньги один раз, поплачьте, а потом пользуйтесь им с удовольствием. А все остальные, типа Липер, Сенси Стар и так далее, они не предназначены для того, чтобы использовать их на оружии 12 калибра и на любом оружии с сильной отдачей. Скупой платит вдвойне. Не тратьте на плохое, тратьте на хорошее. Всем счастливо!